Вітаю в ефірі на каналі ТВ5, програма «День тема». Сьогодні говоримо про освітні проєкти. У нас у гостях Ірайсат Мухамедалієва, директорка громадської організації «Запоріжжя платформа спільних дій». Вітаю. Добрий день. Пані Ірайсат, цього тижня ми вітаємо вчителів із професійним святом і говоримо про освіту. Ваша громадська організація цьогоріч впроваджувала великі освітні проєкти. І чому ви вирішили саме у цьому напрямку діяти? Ну, прежде всего, я воспользуюсь возможностью. Хочу поздравить вас, дорогие учителя, пожелать вам, чтобы каждый день ваша работа приносила вам радость, поблагодарить вас за ваш труд и пожелать, чтобы ваши ученики добивались высот, никогда вас не забывали. И, ну, самое главное, в сегодняшних реалиях желаю вам крепкого здоровья. На самом деле, да, наша платформа выбрала основной миссией и целью своей деятельности поддержка образовательных мероприятий. Да, мы готовы поддерживать любые процессы, которые являются драйверами положительных изменений в регионе в целом, да и в стране, не побоюсь так сказать. Но образование – это такая наша, ну, главная цель, я бы сказала. И в этом году у нас было много проектов. Наверное, вы сейчас говорите или помните про наш проект Steam Camp для учителей. Так, случайно. Это был колоссальный проект. Мы поняли, что нужно поддержать учителей в такое непростое время, которые, в общем-то, оказались на передовой с учетом пандемии, коронавируса и всех остальных моментов. Мы считаем его абсолютно успешным проектом, очень им довольны. Ну и другое, ну, мы четко понимаем, что не поддерживая образование, никаких качественных, устойчивых изменений в регионе у нас не будет. Поэтому поддерживали и будем поддерживать проекты, связанные с образованием. А что до проекта Steam Camp, одним из его завдань було навчити вчителів користуватися діджитал-технологією і завдяки цьому покращити результати ЗНО. На вашу думку, впорались із цим завданням? Еще чуть-чуть продолжу про результаты ЗНО. Когда мы начинали наш проект, мы видели, какие результаты на ЗНО были в предыдущем году. Они оставляли желать лучшего. Этот год не удивил нас и не сильно порадовал. Мы знаем, что треть учеников не справились с экзаменом. Поэтому мы понимаем, что уж точно выбрали правильное направление. И для того, чтобы дети полюбили математику, химию и все точные науки, точно нужно преподавать по-новому. И вот благодаря тем инструментам, которые наши учителя получили в проекте Steam Camp, мы уверены, что мы поменяем ситуацию благодаря этому. А чи були вже відгуки від вчителів, усього навчились, чи ще потрібно проводити? Да, мы дружим с нашими Steam Camp-овцами, как мы говорим. Даже забегу немножко вперед, мы сейчас одним из участников готовим отдельный уже его образовательный проект, потому что мы говорили о том, что мы такая большая семья, которая хотим менять все вопросы в образовании. Более того, скажу, что одна из девочек прошла в отбор в нашем проекте STEM is FEM, который недавно был, это дочь учительницы, которая участвовала у нас в Steam Camp. И сегодня как раз мы общались с одной из участниц. Она сказала о том, что теперь постоянными участниками учебного процесса для нее является и Canva, и Mentimeter, и что те психологические приемы, которым учили преподаватели, учителей и по эмоциональному интеллекту для того, чтобы настроить атмосферу и в аудитории, и даже когда это нужно сделать онлайн, что дети принимают на ура, и что теперь вот такие сложные вещи для них стали остальными абсолютно простыми и, ну, ежедневными. Щодо дітей, як кажуть вчителі, стали більше розумітися у математиці, фізиці? Ну, ви рано ще говорити о результатах. Ми ж завершили наш проєкт прямо во время, накануні відпуску у вчителів. Сентябрь тільки почався, ще чуть-чуть подождемо і, думаю, будемо збирати урожай. Ми часто чуємо, що покоління школярів геть відрізняється від попередніх. Чи відчули ви це? Чи вчителі казали, що так воно і є? Я, наверное, скажу на примірі другого нашого проєкту STEM is FEM. Це ж був проєкт для школьниць зі всієї України. Взагалі для дівчат. Да, для дівчат. Я хочу сказати, що вони дійсно другі. Це не просто слова, да? Ми всі пам'ятаємо, що ми були другими, ой, молодіж і так далі. Це зовсім інше покоління. Як отметила одна из топ-спикеров нашего проекта Юлия Донкова, финансовый директор компании группы Метинвест, она говорит, эти дети к своему возрасту, а напомню, что у нас были участники даже 11-летние, это школьный возраст, уже сделали очень много для того, чтобы стать успешными. Как минимум, они практически все говорят на английском языке. Да, у нас в проекте STEM is FEM был переводчик, но не было необходимости, потому что девочки спокойно задавали вопросы на английском языке нашим международным партнерам.
И еще они очень смелые. Они не боятся выражать свои мысли, свое мнение. Мы точно такими не были, поэтому мы верим в это поколение. А что до наступных проектов, чи можете вы открыть такую завису? Что плануете, особенно с освітньою? Мы точно будем продолжать Steam Camp, но мы думаем, в каком формате. Вы же знаете наши правила. То есть каждый новый проект должен быть лучше, чем предыдущий, и более масштабным, и более там развернутым. Мы думаем, как это будет. Это точно будет Steam Camp в каком-то виде. И если уже пошло такое обратное сотрудничество от наших учителей, то мы, конечно же, будем поддерживать их проекты. Ну, еще что-то интересное мы точно заготовили. Я к вам приду и расскажу. А якось, якщо у вчителів є ідеї, як до вас можна звернутися? Они все, у нас есть группа, это уже семья наша, в которой они все поздравляют друг друга со всеми праздниками, в которой даже сбрасываются вакансии, что в каких-то школах не хватает учителей физики, математики. Это такое комьюнити. Они либо туда могут писать, либо все знают обязательно, и мой номер телефона, телефоны наших менеджеров, все наши соцсети. Мы же всегда говорим о том, насколько мы открыты, поэтому... А чи пам'ятаєте ви, можливо, найкращу пораду, яку давали вам вчителі, коли ви ще вчились у школі, можливо, в університеті? Наверное, это уже было после университета, когда я училась в аспирантуре и готовилась к защите своей кандидатской диссертации. Ну, это неприятно говорить, но были такие правила внутренние заведены для того, чтобы поддерживать аспирантов, а больше даже научные руководители друг друга, то было такое правило, что пару вопросов было заготовлено заранее, и ты мог себя увереннее идти почувствовать. И я помню, мне тогда научный руководитель мой сказал: смотри, кто бы к тебе не подходил и не предлагал тебе заготовленные вопросы, никогда не соглашайся, Ираисат. Зная твой характер, ты потом всю жизнь будешь переживать и думать, что это сделала не ты. И вот он тогда мне так твердо это сказал, и у меня все очень прошло отлично с защитой, все хорошо. И я понимаю, что тогда, когда ты, ну, в моем конкретном случае, мне точно нужно не подглядывать, не пытаться что-то заранее приготовить. Мне нужно верить в свои силы. И, в общем-то, наверное, это какой-то один из аспектов моего успеха. Вот тогда вот Ибрагим Ашрапудинович, мой научный руководитель, меня этому научил. Что ж, дякую вам за відповіді и бажаем вам успехов у ваших подальших проектах. Спасибо. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях була Ірисат Мухамедалієва, директорка громадської організації «Запоріжжя – платформа спільних дій».